Беларуская молодежная громадская организация вартовальников пожарных отзначая свое 15-годие. До этой даты промерковали республиканскую акцию «Молодь за безпеку». Активисты помогают шмадетным семьям, одиноким состарылым и инвалидам. Сустракаются с ровесниками и рассказывают про свою организацию. А кроме того, акция вышла и на хвале радиостанции «Гомель-ФМ». На территории Гомельской области проходит республиканская акция «Молодежь за безопасность», которая приурочена к 15-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Именно эту дату отмечаем мы в эфире радио «Гомель-ФМ». Вместе с тобой участвуем в специально приготовленной акции. Спочатку, користаючися подказками диджея, радиослухачам треба было знайти службовый автомобиль МНС. Зробить это оказалось нескладано. Ехали с супругой в автомобиле и слышали радио, и услышали. Были неподалеку, сразу подъехали, оказались первыми. Той, кто первым вызначил место дислокации автомобиля, у прямом эфире радио Гомель ФМ отказывал на несколько питаний об белорусской молодежной организации вартовальников пожарных и МНС. За правильные отказы удельники отрымливали подарунки. До речи, зараз белорусская молодежная громадская организация вартовальников пожарных – одна из наибуйнейших организаций Беларуси, якая дзейнічае во всех яе регионах. У ее родах каля 170 тысяч человек. Активисты БМОСП активно участвуют во всех мероприятиях, конкурсах, слетах, республиканских акций, проводимых под эгидой Министерства по чрезвычайным ситуациям. Оказывают помощь многодетным семьям, престарелым и пожилым людям. Протягнется акция «Молодь за безпеку» до 15 кастрычника. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».